Меня зовут профессор Энди Макинтош. Я работал в Лидском университете до 2010 года. Я работал там 24 года профессором термодинамики и теории горения. После 2010 года я работал на полставки там же, и последние несколько лет занимался исследованиями и преподаванием. Я учил термодинамике, аэродинамике, передаче тепла, горению и всему тому, что связано с горением. Как кто-то сказал мне, что я однажды могу тут что-то взорвать. Розжиг, горение газов, горение твердых веществ. Все, что связано с химией сгорания, это моя область. Я верю в сотворение. В частности, я исследовал жука-бомбардира ближе к концу своей карьеры. Не с точки зрения биологии, а с точки зрения физико-химии и инжиниринга. В результате этого исследования я смог показать, что у жука было два активных клапана, а не один. И мы даже смогли создать модель, копируя не химические, а физические процессы в этих клапанах. Небольшие количества жидкостей смешиваются и загораются, в результате чего увеличивается давление, что закрывает входной клапан и открывает другой клапан. Это взрыв газа. Поразительная физика, свидетельствующая, что жук не эволюционировал, а был спроектирован. Мне нравится читать лекции на эту и на многие другие темы, связанные с моей экспертизой, показывая достоверность Слова Божьего. Вначале Бог создал небеса и землю. Также это указывает на то, что когда Бог создал все, то Он творил все замысловатостью, что показывает чудесность творения. Он держит все своим словом. И в другом стихе в Колоссянам написано, что и все им стоит. Я рад быть частью служения «Ответы в бытие», и я в восторге от того, что многие начинают видеть благодаря науке, что вера Библии в сотворение последовательна.